Я, кстати, где-то читал, упомянули Оливудские острова, что на самом деле ваш какой-то предок был один из основателей. Это еще и личная история. Мой прапрапрапрадед Степан Гамзяков по имени и фамилии, по маминой линии. У меня мама не харатьян. У меня есть папина линия армянская и мамина, значит, тизенка. Ну, у вас там вообще намешаны. Алеуты намешаны. Алеуты даже. Потому что вот этот мой прапрапрапрапрапрадед Степан Гамзяков, в силу отсутствия женского, так сказать, пола нашего, российского, потому что туда же ехали мужики в основном, они, конечно, с местными, так сказать, аборигенами заводили, так сказать, отношения, семьи. Моя вот эта бабушка, она алиутка. То есть во мне еще и алиутские крови. И он как раз служил в российско-американской компании на Алиутских островах, был даже управляющим острова Унга. Унга или Унгу, там есть две версии названия. Он существует, этот остров, он маленький, небольшой островок такой, но потом, когда мы потеряли Америку, соответственно, он тоже переехал в Хабаровск и почил в ГОЗе там, значит, в Хабаровске. И оттуда эта часть, эта ветвь моей родословной, вот из тех мест. Так что это моя личная история. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».